Японский суд в среду постановил прекратить работу двух атомных реакторов АЭС Токахама, что в 350 километрах от Токио. Согласно решению, третий и четвертый энергоблоки должны быть остановлены, поскольку представляют собой угрозу безопасности страны и этого отдельного региона. Оба реактора были перезапущены только в этом году, спустя несколько лет после аварии на АЭС Фукусима и последующей приостановки работы всех атомных электростанций страны. В конце февраля четвертый реактор был экстренно остановлен из-за технических проблем. Иск подали жители близлежащих к АЭС населенных пунктов. Они говорят, что нормы безопасности на АЭС не соответствуют стандартам и что в случае аварии будет заражена местная река, единственный источник питьевой воды. Я очень благодарен. Районный суд Оцу сегодня принял историческое решение. Решение заключается в остановке атомной станции. Хочу отметить мужество судьи. Я счастлива. Как жительница Фукусимы, я очень рада, что решили остановить работу, поскольку многие АЭС не остановлены, даже несмотря на продолжающийся кризис вокруг Фукусимы. Я рада, что они нас понимают. АЭС Токахама находится на береговой линии префектуры Фукуи на западе Японии. В прошлом году власти страны объявили, что она соответствует всем стандартам безопасности, которые после аварии на Фукусиме были значительно ужесточены. Правительство Японии говорит, что пока не собирается отказываться от своих планов по перезапуску подобных Токахаме АЭС. Независимый регулирующий орган, включающий профессионалов и архитекторов, потратил много времени, чтобы решить, что реакторы номер 3 и номер 4 АЭС Токахама отвечают мировым стандартам. Правительство поддерживает это решение и не планирует отказываться от намерения перезапустить реакторы. Компания-оператор станции уже пообещала, что не будет выполнять распоряжение суда и немедленно подаст апелляцию. Если реакторы все же будут остановлены, то в Японии останется только два действующих энергоблока – на АЭС Сендай. Раньше, благодаря атомной энергетике, страна вырабатывала 30% необходимого объема электричества. После аварии на Фукусиме была приостановлена работа более 40 ядерных реакторов. Власти намерены перезапустить все АЭС, однако это вызывает недовольство в обществе и постоянные протесты.